мертворожденные дети. Можно ли этих детей как-то поминать в храме, ставить свечи, там подавать записки? Те дети, которые родились во время родов и не были крещены, не успели их крестить, потому что они вот скончались, может быть, уже вот внутри утробы матери скончались, так называемые выкидыши там и прочие, там недоношенные дети, они уже имели душу человеческую, но, конечно же, они не имели Духа Божия, даруемого в момент крещения. Поэтому и имени им, естественно, наречь священник не мог, потому что таинство крещения не произошло, а имя нарекается в момент этого таинства. Поэтому поминать в церкви мертворожденных детей по канонам не позволяется, но дома за них можно читать псалтырь, и это вполне допустимо. То есть ни свечи, ни записки? Ни свечей, ни записок, ничего в церкви подавать нельзя.